вот, дорогие друзья, не помню, как щенка этого кличка, ему 8 месяцев, и он внук рыжего хода. А сейчас, дорогие друзья, мы находимся в Грузии, в Казбекском районе, 1999 год. И на вашем экране внук рыжего хода. Его кличка Сникерс. Вот Игорь, мой товарищ, смотрит его. А Сникерс был от Туго, который был у Алексия, более такого бурого, светло-бурого окраса. А Туго был сыном рыжего хода. А это Сникерс, друзья, внук рыжего хода. И на экране ему около 2 лет. По-моему, если мне не изменяет память, 1 год 9 месяцев. Сникерс. Продолжаем смотреть собак из Казбекского района, из Грузии. 99-й год, друзья. На вашем экране какая крепкая сука. Однопометная сестра Сникерса. Вот такие собаки были. Поголовья. Рабочие собаки Грузии, друзья. И до сих пор, уже сколько лет прошло, Ходаевская линия существует и процветает на просторах Кавказа и России. А сейчас, дорогие друзья, на вашем экране Туго, отец Сникерса, сын рыжего хода. И находимся мы дома у его хозяина. Гостеприимный парень такой, ух, друзья. Алексей его зовут. Последний раз я был у него в гостях в 2016 году. А в 2017 году я был в Казбеке. Пили чай, ели шашлык в Казбекском районе. В самом Казбеке, вернее, в кафе. Вот, друзья, Туго. Она что, это там пустует? Детка у нее? А это, друзья, 5-месячный щенок, сын Туго. И если мне не изменяет память, была такая сука палевого окраса по кличке Курух. По-моему, это мать его. Очень жаль, друзья, что съемки происходили в вечернее время. В Грузии был такой боец, потом его приобрели в Украину, боец по кличке Джигрино. Вот на вашем экране внук Джигрино. 1 год 3 месяца. Джигрино, конечно, сильные поединки показывал. И когда он был молодым, у меня есть поединок его с Туго, с чемпионом Кавказа. Там они в 2-летнем возрасте были. Потом есть поединки, когда он бился в Украине уже. И с Габом, с Феликском он бился. И с другими, я уж не помню с кем.